Мои дети и моя семья. Шепелев и Тулупова скрыли рождение совместного ребенка. Телеведущий проговорился, что прячет новогодние подарки не только для Платона. Приближаются новогодние праздники, а значит, все родители готовят для детей сюрпризы. Звездные семьи стараются удивить своих отпрысков не меньше, воплощая их мечты в реальность, не жалея средств на желанные подарки. Дмитрий Шепелев часто сплетничает со своими поклонниками в Инстаграм и рассказывает о жизни подрастающего Платона. На этот раз он поинтересовался, как фанаты готовятся к Новому году и где, самое главное, прячут сюрпризы для детей. От внимания не укрылся тот факт, что телеведущий заговорил не только о сыне, а о детях во множественном числе. Я подумал, какая крутая тема касательно новогодних подарков. Где их прятать? Помните, как мы в детстве все время искали, где родители спрятали подарки в квартире? Мои, например, все время прятали в книжном шкафу между книгами. Я всегда знал, что мне подарят на Новый год и день рождения, но виду не подавал, поделился Шепелев. Затем он по секрету начал говорить, где же он сделал тайник, но в нужный момент прикрыл рот рукой, из-за чего его речь стала неразборчивой. Если случайно мои дети и моя семья увидят это видео, объяснил он свои действия. Подозрительно, что Шепелев проговорился о детях, не только об одном Платоне. Неужели Шепелев и Тулупова скрыли рождение совместного ребенка? Пара стала появляться на публике вместе около 2 лет назад, а совсем недавно Дмитрий осмелел и стал выкладывать снимки с возлюбленным. Его невеста – дизайнер по профессии, редко выкладывает снимки в социальные сети, поэтому вполне вероятно, именно таким способом им удалось скрыть живот. С другой стороны, у Екатерины есть дочь Лада, предыдущего брака, поэтому своими словами Шепелев мог намекать на нее. Похоже, пара решилась на пополнение в семье, или телеведущий официально признал ребенка невесты своим.